Соревнования, посвященные Международному женскому дню, прошли в спортивном комплексе «Дельфин». В них приняли участие как опытные пловцы, неоднократно завоевавшие награды, так и начинающие спортсмены. О ребятах, посвятивших рекорды своим мамам и бабушкам, рассказывает Юлия Погосян. В бассейне «Дельфин» царила атмосфера праздника. Это настроение помогало ребятам настроиться на победу. Каждый надеялся на лучший результат. Для всех мам, для матерей, для нашего района увидеть таких красавцев, ребят, которые защищают честь России, это действительно подарок. Поэтому мы и провели. Одним из победителей стал пловец Арсений Николаев, для которого эти соревнования были первыми. Арсению удается совмещать занятия плаванием со школой и другими кружками. Он много тренировался и показал хороший результат. Его мама очень переживала за сына и помогала ему настроиться на победу. Это первые соревнования у моего сына, и поэтому очень волновался и пришел первым. Я очень рада. Особый интерес у зрителей и участников вызвал Вадим Тюрин. Его провожали к пьедесталу победителей аплодисментами. Меня папа узнал про бассейн, вот «Дельфин». Меня лучше, я чувствую свое тело, лучше им владею. Просто для души. Если не хочешь, то ничего не добьешься. Плавание – это моя жизнь, это может быть моя карьера. Итогами соревнований остались довольны и тренеры, и зрители. Ребята показали норматив мастера спорта. Это, конечно, достаточно, чтобы отобраться на Россию, но чтобы попасть в призы, наверное, нет. Но у нас впереди еще рабочий блок, 3 недели, и 3 недели сужения перед основным стартом в городе Казани. Я думаю, мы это доделаем и обязательно попадем в призы. Что касается конкретно малышей, то я увидел рвение, желание, мне это очень понравилось. Многие ребята, принимавшие участие в соревнованиях, желают связать свою жизнь со спортом. И, возможно, среди них есть будущие чемпионы мира и высококлассные тренеры. До мастера спорта, а потом в колледж. И буду тренером. Будем болеть за наших спортсменов и ждать от них побед на соревнованиях Московской области. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.